Василина, внучка. Василина. Василина. Нечистый там. О. Какой нечистый, дедусь? О. Господи. Граница рядом. Почудилась, вот и Василина слыхала. Неужто и Василина? Василина. Ложись-ка ты спать. Война кончилась, к людям счастье пришло, а тебе все черти мерещится. Счастье. Старый я стал сказки слушать, председатель. Для меня одно было счастье. Василина, внучка моя. Кости мои высохли в графском саду. Да не о том я тужу. Ты же вот не знаешь, председатель, а граф наш Шенбург перед тем, как с немцами текать, слово мне дал. Какое слово? Дать Василине приданое. А что из этого получилось? Трембита твоя народ подняла, граф бежал, а с ним бежало и мое счастье. Неужели я забыл, как мы с сыном твоим слово дали породиться? Да я Василину как родную люблю. Да ж говорю тебе, нет у нее приданого. Ну нет. Какое приданое? У моего Миколы голова на плечах, руки здоровые, у Василины тоже. Что им еще надо? Да. Теперь сейчас жить для них. Не-не, я вижу, пора сватов засылать. Председатель, ты... Председатель, шебурши. Свят. Нечистый. Люди! Молчи, Атанас! По имени кличет. Царица небес! Молчи, Атанас! Молчи! Это я, Сусик! Сгинь, нечистый! Я не нечистый! Я мокрый! Молчи, ради бога! Богдан, Сусик! Ну да! Откуда? Из колодца. Люди! Тихо, я тебе все объясню. Иди сюда. Сусик. Да, Сусик. Правда, Сусик. А где же ваши бакенбарды, пан Дворецкий? Нету бакенбардов и нету пана Дворецкого. Понятно? Ничего не понятно. Иди сюда. Я тебя решил счастливым человеком сделать, Атанас. Только помоги мне. Слушай, ты помнишь в 44-м году, когда бежал граф? Ведь он с собой забрал только маленькую шкатулку. А все богатство, бриллианты и золото остались здесь. Я в ту ночь помог ему сундук перенести в девичью пустошь. А где он зарыл сундук, я не знаю. А план... в котором указано, куда зарыт был клад. Он положил ларец и опустил... и опустил в колодец, в твой. Постой. Когда я чистил колодец, коробку какую-то нашел. Где? Где она? Тут где-то валяется. Валяется! Миллионы! Миллионы валяются! Майка, текай. Есть. Постой. Вот она. Моя коробка. Озолочу. Будешь купаться в золоте. Встать! Осторожно! Руки вверх! Тебе что, жить надоело? Руки!
А ну, спускайся к дороге. Я лучше здесь пойду. Ну! Ну? Майка ко мне. Ты купался когда-нибудь в золоте? Нет. Я тоже нет, но я всю жизнь мечтал об этом. Погоди-ка. Нет, хватит. Я всю жизнь ждал. Хватит. Уйди. Размыло. Куда вы нас ведете? В Селераду. А что мы там с вами будем делать? Ну, сначала разберемся, кто вы такой. А как по-вашему, кто я такой? Шпион или диверсант? Знаем мы вас, кем только не наряжаетесь. Вперед! Руки! Есть руки! Ой. Извини, Майка. Простите, как вас зовут? Идите. Ну? Ну, зачем же так строго? Шагом марш? Пожалуйста. Нет, я не шагом. Ну. Подождите, я Василине подумаю. А Василине подумаю. Она будет купаться, купаться в золоте. А ты молчи, и ты тоже получишь 30%. 40. Просто 50%, половина. Ну, теперь же все народно. А ты что? А ты не народ? А вы все не народ? А я? Не народ? Неужели ты не хочешь Василину увидеть счастливой, богатой, с приданным? Афанас! Василина, Василина же внучка моя. Внучка? Не знаю. Не знаю, может, я не то делаю. Ты то, то. О, вот тебе моя рука. Пальчик, пусть я тебя поцелую. Я тебя сейчас раз поцелую. Мы найдем клад. Найдем клад. Мы перекопаем всю девичью пустошь, но клад мы найдем. Вот говорят, деньги не пахнут. Неправда. Я чувствую запах золота. Ух, как чувствую запах золота. Вот ты чувствуешь? Чувствуешь? Нет. А я чувствую. Ты запомни. Молчи! Молчи! И повторяй за мной клятву.
Господним именем клянусь. Господним именем клянусь. Молчать и не проговорить. Молчать и не проговорить. А если я проговорю? А если я проговорю? Чтоб не сквозь землю провалиться. Чтоб не сквозь землю провалиться. Мне сквозь землю провалиться. Чтоб у меня язык отсох, чтоб у тебя язык отсох, и чтоб меня покинул Бог, и чтоб тебя покинул Бог, и чтобы мне, чтоб тебе гореть в огне, гореть в огне, и чтобы мне, и чтоб тебе, и чтобы мне, и чтоб тебе гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне, в огне. Ты что, голубка? С ума сошла? А ты рукам воли не давай, голуба. Сейчас разберемся, что ты за птица. Дядя Прокоп! Что случилось, Василина? Дядя Прокоп, я тут в горах человека задержала. Не иначе с той стороны. Он у нас в селе рыскал, а потом у черного камня копался. Что? В каком селе? Ваши документы. Минуточку. Я там не копался, а искал. А это все равно. А что в нашем селе искали? Да не в селе. Я тут. Я тут и не был. Если бы не эта гражданочка, спасибо ей, я бы к вам и дороги не нашел. Мы тут позавчера в ваших краях начали минные поля расчищать. Вот от самой границы и идем. Большие были. Все в порядке, товарищ сержант. Алексей Николаевич, извините, сами понимаете, время такое. Понимаю. Постойте, постойте. Граждане, сюда не подходить! Это кто же у вас тут такой хозяйственный? Корыто на мины поставил. Ну-ка, кто посмелее? Ну, вот ты, парень. Ну, ты. Кто, я? Ну, да. Иди сюда. Давай. Бери. Тихонько. Ты куда на мину влез? Ты что? Отойди. Теперь уноси ноги, парень. Майка. А то бы рвануло. Ну, спасибо вам, Алексей Николаевич, от всего села. Да что там, Майке скажите спасибо. А вообще-то с этим не шутят. Майка, ко мне. А? Пусть приезжает, пусть приезжает. Василина, как же так, а?
такого человека, а? Он, может сказать, наш спаситель, а ты, а? Алексей Николаевич, партий, товарищ сержант, прошу до моей хаты. Ну и Василина, вот так постаралась. А вы почему не смеетесь? Разыграли комедию, смейтесь. Это вас Бог спас, Парасия Никаноровна. Ну, откуда же я знала, что они мины? Ну, банки как банки, да удобные, с ручками. Я и подобрала, чтобы корыто не сгнило. Вот никто не поможет, а? Да от кого вы помощи ждете, Парасия Никаноровна? Вы поглядите на них. Голытьба, голь перекатная. А ведь ходят так, будто бы весь мир и наше село, и ихнее хозяйство. Это справедливо. Справедливо, вы говорите, Филимон Федорович, справедливо. Но Господь Бог этого не допустит. Он ведь все видит. Он все их грехи в особую книжицу записывает. Придет время, перелистает он эту книжицу. А все ли у него записано, а, Филимон Федорович? А, все, Парасия Никаноровна, все. А что он забудет, то вот. А? То вот. Я напомню. Это что, Господу? Лично ему. Или кому там будет поручено. Да. Ну и хозяйственный вы человек, Филимон Федорович. Был. Был хозяйственный. Вы помните, Парасия Никаноровна, одних батраков на меня 8 сукиных сынов работало. 10 валов было, молотилка американская. А сейчас нам, Парасия Никаноровна, самим надо о себе подумать. Думала я, Филимон Федорович, думала. Был у меня один солидный, с бакенбардами. Сбежал с графом. Да уж не про графского или дворецкого. Про него. Про Богдана, про Сусика. Про Сусика? Так ведь он мошенник, Парасия Никаноровна. Как мошенник? Ведь он на что прицеливался? Дом у вас крепкий, хозяйство хорошее, руки крепкие. Вот на что он прицеливался, Парасия Никаноровна. Да нет, Филимон Федорович, он любил. Да прицеливался. Да любил он меня, Филимон Федорович! Вы не знаете, какие он мне слова говорил! Вы, говорит, Парася, ласточка! Только, говорит, в другом масштабе. Да это что, Парасия Никаноровна? Я вас даже голубкой назвать могу. Или вот цесарка, тоже очень красивая птичка. Мясо у нее нежное такое. А дома вас не отбирают? Не отбирают. Цесарочка моя! Цесарочка моя! Кабы я имел с собою лом или лопату, я тропинку протарил бы прямо вашу хату. Я бы сделал ту тропинку гладкой да прямою, я ходил бы к вам, Парася, летом и зимою. Кабы вашу я лопату где-нибудь достала, я нашла бы ту тропинку да с землей сравняла. А потом бы вышла в поле я в ночную пору и закинула б лопату за крутую гору. Должен вам сказать, Парасия Никаноровна, разговаривать с вами, Парасия Никаноровна, просто невозможно. Да ухаживать за мной надо осторожно. От дубка до дубка, синий-синий гай-гай, ой, дивитти-витти-знай, витти-митти-дай-дай. От дубка до дубка, синий-синий гай-гай, ой, дивитти-витти-знай, витти-митти-дай-дай. Дуб не раз, дуб не два, не спотнись о кочку, ой, трава-мурава, цветики, цветочки. Ах, луга, берега, за горою гай-гай, ой, дивитти-митти-дай, витти-митти-дай-дай.
Ну вот и считайте. Вы чует такая собака тол, сядет на мину, затявкает. Приучена так. А пока с миноискателем одну найдешь, с нею 3-4. Фу ты, ну ты, скажи, пожалуйста, скотинка какая? Ну, прошу за стол. Спасибо. Алексей Николаевич, а что, если все эти трофейные мины на доброе дело пустят? У нас молодежь задумала на пустоши фруктовый сад разводить. Ну, раньше там лес стоял, а теперь пней видимо-невидимо. И замок подорвать. Правильно. Развальное только место занимает. Но минами опасно, лучше шашками. Ну, а где возьмешь эти шашки? Да проще простого. Подойдите к нашему командиру, капитану Сазонову, так, мол, и так, да никогда не откажет. Ну, спасибо тебе, Алексей Николаевич. Спасибо. Угощайся, наш гость дорогой. Нет, нет, спасибо. Мне ведь работать не полагается. Еще у меня есть тебе просьба личная. Был у меня друг, погиб под Ленинградом. И слово мы дали друг другу, породниться детьми. Да бросьте, батя, об этом. Пришло время, Микола, пришло. У вас слово наше от имени воинства. Будь сватом, а? По новым законам, ваше слово с дядей Петром ничего не стоит, батя. Замолчи, жених. Ва-ва-ва. Стесняется. Обычай, правда, старый, но добрый. И в память Петра исполнится. Верно я говорю? Правильно. Окажи честь, Алексей Николаевич, а? Честь большая. Сватов не видал и сам не бывал. Ну, попробую. Василина! Василина! Ты знаешь, что батька задумал? Сватов к тебе собирается засылать. А я тебе честно скажу, у меня сейчас душа поет. И поет потому, что у меня есть любимая. Понимаешь, Олеся, вот когда... Не Олеся, я Василина. Ну да, я ей говорю, понимаешь, когда я остаюсь один, то я совсем не остаюсь один. Вот она какая штука, любовь. Ну что же ты, Микола, мы с тобой росли вместе, я тебя очень люблю. Любишь меня? Слушай, Василина, а может, ты все это сама себе придумала, а? Нет, Микола, люблю я тебя. Как брата. Как брата. Правда, ты не врешь. Ты знаешь, моя Олеся это... Да не Олеся, я Василина! Зоренька моя Олеся, больше жизни ее люблю! Олесю, как я рада, Микола! Правда? Так значит, ты меня не любишь! Ой, не люблю я тебя, глупенький! И я тебя тоже не люблю, нисколечко не люблю! Спасибо, милый мой, как я рада! Слушай, Олеся тебя любит. Любит, Василина. Только понимаешь, в чем дело? Мы с тобой заручены, а с батькой говорить нечего, он от своих слов не отступится. И мой дед не отступит. Да. Но самое главное, что ты меня не любишь. Вот-вот. И ты меня тоже не любишь. Все хорошо. Солнце светит, река смеется, и горы, и небо, и в целом мире не найдется люди счастливее меня. Если любишь, к чему терзаться, томиться, бояться, счастья нужно добиваться, оно не придет само.
Да оставь ты этот миноискатель, дам я тебе его. Принеси нож. Петру вон миноискатель дали. Ну, дай хоть разок рвануть, сержант. Ну да, одному вот такому дали разок рвануть, а потом неделю штаны искали. В укрытие. Ложись! Здесь нет шпионов! Здравствуйте, Василина. Батюшки, я оглохла. Знаете, мне после этого самого дня просто не хотелось вам на глаза показываться. Ой, шум какой в ушах. Василина, мне самому неприятно за эту глупую шутку. Ой, я ничего не слышу. Вы мне тогда понравились. Даже очень. А вот моему жениху, нареченному, я почему-то не нравлюсь. Парасника Норовна, так как же относительно того? Чего того? Ну, того, чтобы я и вы. Вы, то есть, нет, нет, вы, я. Слушайте, Филимон Федорович, у меня совсем другие планы. А потом у меня дочь на выданье. Тогда ждите сватов. Жених-то у нее уже есть. Какой жених? Микола. Микола? Ага. Вчера иду и вижу, у речки вместе сидят, и Микола ей свои мечты рассказывает. У речки? У речки. Мечтают? Мечтают. А она? Что, тоже мечтала? А как же? Вместе и только вместе с Миколой работать в саду. Вот как. По расчистке девичьей пустоши. А Леся с Миколой? С Миколой. Не допущу. Но какова? Не выдам я ее замуж за этого Платагона. Ага. Не для того я и столько лет приданное копила ее. Ой, какое приданное, Филимон Федорович. Да ему, приданное, что собаки, блин. Он и ваше-то хозяйство все по ветру пустит. Не допущу. Ни на какие работы не пущу. Правильно. Вы на это дело и других. И других подберите. Пусть они не пустят. Я ей покажу. Я ее приберу к рукам. Ага. Есть причина. Чего тебе скрываться, не понимаю. Чуть на Парасю не наткнулся. А тебе до нее какое? Мне до нее никакого дела нет. Чудак, а вот ей до меня есть дело. Ты пойми, что скоро исполнится моя мечта, моя идея фикс, клад. У тебя была когда-нибудь идея фикс? Ревматизм у меня был. А у меня была идея фикс с детства. Деньги. Деньги. Ты понимаешь, это нас? Я за этими деньгами всю жизнь на карачках проползал. Мой отец, царствие ему небесное, большого ума человек, чистейшей жизни, от запоя умер. Всегда говорил мне Богдан, смотри, не будь холопом, быдлом, стань порядочным человеком. Все делай, дури, обманывай, хватай, только стань порядочным человеком. Ох, как я эти слова запомнил. Ох, как запомнил, это нас. И вот, видишь, мой отец заболел, царствие ему небесное, послал я его к черту. И пошел искать счастье. Я ведь всю Европу объездил. Даже до Колумбии добрался. А где же она, эта Колумбия?
Это вот не доходя чуть-чуть Чили, чуть направо по экватору и как раз наискосок от Республики Парагвай. Кем я только не был. Ну, после этого вернулся и начал отращивать бакенбарды. 3 года отращивал. Но зато, когда мои бакенбарды увидел наш граф Шенборн Бухгейм, он взял их и меня к себе. Я стал дворецким, но граф бежал. А деньги здесь. Так на кой черт мне нужна эта залежалая тыква, Парася Никанорна? Что я за свои миллионы себе лучше не найду? Снимайте, пока в хату не позову. И садиться не надо, пока в 3-й раз не попросят. Есть такое дело. А? Да. Добрый день, гости почтенные. Добрый день, Атанас Григорьевич. Не скажете ли, люди добрые? За каким делом пожаловали? Молодой князь. На сетку вчера посадил. Видать, не обвыкло шумит все. А? Шумит, говорю, все. Не скажете ли, люди добрые? Шипеть, да. Молчи. За каким делом пожаловали? Молодой князь. Подожди, подожди. И дому моему такой почет оказали. Да пошипеть, пошипеть, да перестанет. Да. Подожди, подожди. Ну, шли мимо. Дай, думаем, зайдем. О, правильно. А послал нас
А послал нас молодой князь. За красным товаром. Правильно. Ваш товар, наш купец. Эй, подождите. Ну что ж, разговор будет. Заходите, люди почтенные. Спасибо за приглашение, Атанас Григорьевич. Спасибо. Замолчи, ты меня погубишь. Замолчи, курица. Привет тебе, краснодевица! Низкий тебе поклон! Василина, внученька, не дожил до этого часа ни батька твой, ни мат. Один вот я. Деду, дедуся. Низкий поклон вам. Великую честь вы мне оказали. От всего сердца спасибо. И вам спасибо, соседи дорогие, за поздравления ваши. Только, дедуся, должна я сказать, что за Миколу замуж не пойду. Что ты, Василина, опомнись. Не пойду. Отцовское слово нарушаешь, Василина. Так не по закону это. Да нелегко мне так поступать, дорогие сваты. Вы не в ту дверь постучались. Да и ты сам, дядя Прокоп, говорил, что новые времена сейчас, что по-новому жить надо. А вот с сыном со своим по-старому поступаешь. Не спросил его, куда нужно сватов засылать, а спросил бы, он бы ответил, вон кому, к Парасе Никаноровне. Не будет этого! Не плачь, не плачь, Олесенька, не плачь. Не отдам я тебя, этого еще не хватало, а? Слышали, люди добрые? Дожили! Василина теперь все решает. Она им теперь вместо отца и матери стала. Не о том ты, Парасечка. Да нет, о том я. Миколе Олесина приданое захотелось на ветер пустить. Не будет этого! Не дам, дудки! Да замолчи, Параска! Да не замолчу! Не такая я! Мишь, захотели, чтобы наши дети в ее саду спины гнули! А ну, Олеся, пойдем, идем. За мной, Олесенька, идем. Не отдам я тебя... Не отдам я тебя этому голодранцу. Идем, не плачь, Олесенька, не плачь, не плачь. Дядя Прокоп, послушайте меня. Нечего мне тебя слушать. Чего ж этот посох идет к вашей форме? Василина, если бы я знал, что тут что... Вы! Нашел! Ну-ка, подымай-ка. Сам подымай. Ты что, воинской дисциплины не знаешь? Ну-ка, подымай-ка. Да то ж чугуны, ну. Что? Чугуны! Ну,
Ну ладно. Все, что ли? Что? Все! Все! Ставь табличку! Ой. Дай напиться-то. Спятил. Который день копаем, копаем, а все без толку. Ничего, еще день-два и миллионы в моих руках. В наших. Что? В наших. Я и говорю, в наших руках. Миллионы. Эх, это нас, как мы с тобой жить будем. Прежде всего, махнем в Париж. Махнем. Махнем. О, Париж. Отель де Соль, апартамент, мон плезир. Ah, rendez-vous, soir de Paris. А потом, Атанас, мы с тобой махнем в Нью-Йорк. Отель Majestic, next strike. Farewell. Чё-чё? Farewell. Ну что, Атанас, махнем? Махнем. Сюда. Иди, не бойся. А я разве ее боюсь? Стану я бабы бояться. Тем паче, что она не баба, а девка. Чего нам бояться? Ну, выпили мы с тобой, так ведь, во-первых, не видать, что выпили. Ну вот скажи, ты видишь, что я выпил? Не вижу. И я не вижу. А она увидит. Ты не дыши. Я, когда с ней говорю, вообще не дышу. Дедусь, ты с кем? Да кто это с тобой? Василине Петровне привет и уважение. Пан Дворецкий, откуда вы взялись без бакенбардов? Вернулся. Ох, и помотала меня судьба Василина. Спасибо советской власти. Вывернулся. То есть, нет, вернулся. Так это вы, значит, с радости и за чарку? Стыдно мне за тебя, дед. Где ты с утра пропадал? Побей меня гром, чтоб я с утра. Ну, самую малость, на счастье. На счастье. Все работают, а ты? Да разве в этом счастье, дедусь? Пани Василина, позвольте мне объяснить вам, что такое счастье. Настоящее счастье. Попробуйте. Настоящее счастье, пани Василина, это когда можно свободно дышать. Ты только не дыши, ради бога, не дыши. Не перебивай меня, пожалуйста. Не перебивай меня, пожалуйста, Атанас. Правильно сказал поэт. Деньги – крылья. И скоро будут у нас эти крылья. И мы все вместе махнем. Махнем, Атанас! Махнем! Ну, крылья у вас нет еще, а на ногах вы уже не стоите.
Ну ладно, дедусь, мне некогда. Мы сегодня вечером у замка работаем. Дел много. Василина! Василина! Я тебе там поесть приготовила. Василиночка, тетя Парася Олесю заперла. На улицу выйти не дает. Сама к соседке пошла. А Олеся тебя зовет. Слыхал, что Василина сказала? А? Чего это она собралась у замка делать? А? Атанас! Они там развалины расчищать собираются. Фруктовый сад хотят развести. Что? У замка? На развалинах? Тут ты молчал! Там клад, миллионы. Все погибнет, их нельзя туда допустить. Ну, как же ты их не допустишь? Я выйти буду. Кусаться буду. Не поможет. Ночь и день там ходить буду. Нет, я в привидение наряжусь. Да грех больше. Деньги тоже немалые. Отговорю, уговорю, напугаю, напугаю. Олесенька. Олеся. Василина. Василина. Милая ты моя, я второй день Микол не вижу. Наверное, он от меня отступился. Ну что ты, Олеся? Марийка! Марийка, где Микола? Он не на плотах. Нет, собирается только. Беги к нему. Пусть до Дубка придет. Ой, ты даже похудела, Олесенька. Микола твой хороший, ты верь ему. Я знаю, что он хороший. А я? Я-то? И ты такая, Олесенька. Вылезай, беги до Дубка. Что ты? А мама? Раз любишь, вылезай. Вылезай, говорю. Где она? У Дубка, Парасия Федоровна. Ну, погоди. Так вы что же, бить ее будете, Парасия Федоровна? Места живого не оставлю. Ну, я уйду. Я не могу видеть, как невинная душа страдает. Господи, благослови. Почему же мы тогда нашу любовь от людей прячем? И зря прячем. А что же делать? А вот что. Пускай все видят, что мы любим друг друга. Любим. А вместе быть не можем. Можем. А меня мама ищет. Ну и пусть ищет. Поедем вместе, проводи меня. Микола, ты что? Было хорошо, хорошо, прекрасно, если было все всегда и легко, и ясно. Ой, лес, луга, крутые горы, вот бы глазу открывались сразу все просторы, вот бы сразу разрешались все на свете споры. Ой, Микола, Микола, ой, Микола, Микола, грусть на сердце ложится, словно не столько тропинок, сколько птиц под небеси. Мы найдем те тропинки, те дороги, пути, по которым скорее, скорее можно к счастью прийти. Это очень хорошо, хорошо, прекрасно, что на свете не всегда все легко и ясно. Ой, лес, луга, крутые горы, разве нужно, чтобы сразу все решали споры? Разве нужно, чтобы сразу все решали споры? Но нигде в реке вода не течет обратно, но не все и не всегда просто и понятно. Это так, так или иначе, жизнь порой задает трудные задачи. Thank you.
Василина? Есть кто дома? А, вот вы где. А ну выходи отсюда! Олеся! Сама выходи, а то я тебя... Извините, не имею честь знать, с кем имею честь. О! Сусик! Богдан! Сусик! Сусик, но не Богдан. Богдан! Нет, не Богдан. Богдан! Нет. Господи, как же ты похудел! Ведь это же я, твоя ласточка! Не знаю. Вы, наверное, думаете, что я Богдан, а я не Богдан. Я его брат. Брат. Мы с ним давно уже близнецы. Какие близнецы? Какой брат? Да, да, ведь да, это да. Же ты! Не-не-не, кто? Богдан? Нет, я не Богдан. Я его брат. Василий. Господи, Василий. Силы небесные. Вы, наверное, обознались. Вы посмотрите повнимательнее. Ну какой же я Богдан? Какой же я Богдан? Какой же я Богдан, если у меня нет бакенбардов? А когда у меня нет бакенбардов, значит, я не Богдан, а его брат Василий. У нас с самого раннего детства распознавали только по бакенбардам. Господи, боже мой, я ничего не понимаю. А это неудивительно. Папа с мамой ничего не понимали. Мы сами друг друга еле-еле-еле узнавали. Иной раз кричишь, Богдан, иди сюда. Он подходит, я смотрю, а это не Богдан, это я, Василий. А где же он? Что, Богдан или Василий? Ну, этот Богдан. Богдан, я вот для этого и приехал, чтобы узнать, где Богдан. Парасенька Норовна. А откуда же вы знаете, что меня зовут Парасенька Норовна? Кто я? Угу. Так... А? А брат мой знал, что вас зовут Парасенька Норовна? Знал. Ну, очень просто, все ясно. А я понятия не имею, кто я такая. Кто вы такой? Кто вы такая? Где Богдан? Помер. Помер, царство ему небесное. Помер? Помер, а как же? Богдан! Ой! Держите меня! Что с вами? Успокойтесь, не волнуйтесь от волнения. Кровяное повышается давление. Зачастую аппетит уменьшается. И к тому же внешний вид ухудшается. Дайте пульс. Уйдите! Вы понять не в состоянии беду мою. О своей теперь я внешности не думаю. От любви лекарства нет, нет лечения. Ох, потеряла я предмет увлечения. Где найду теперь другого я такого дорогого? Неужели мне с ним больше не встречаться? Разговор на эту тему портит нервную систему, и поэтому не стоит огорчаться. Боже! Боже! Как же это вдруг? Ой, сердце! 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 Тук-тук-тук-тук-тук-тук! Разговор на эту тему портит нервную систему, и поэтому не стоит огорчаться. Thank you.
Значит, разобрать развалины замка. Ну что же, ломать не строить? Конечно, поможем. Вам человек 100 хватит? Ой. Ну, 5. 5 хватит. Ну и отлично. Только кого мне вам командировать-то? А ведь вам, наверное, все равно. Конечно. Ну, а раз так, то... Дежурный! Я! Сомова ко мне! Есть, товарищ капитан! Это у меня один из лучших. Сами видите, надежный человек. Так, представляете, влюбился. Покой потеряла для сапера. Это гроб. Как мы порой легко теряем, но что нельзя найти опять, где ждет нас счастье, мы не знаем. Порой к нему рукой подать, рукой подать. А мы его не замечаем и не Алексей! Йоу! Лёш, Сазонову. И что это у вас там за особа такая? Говорят, что тень. Он за ней, она от него. Он от нее, она за ним. Да кто это вам говорил? Да ведь любви, как огня да кашля, от людей не спрячешь. Разрешите? Да, да! Товарищ капитан, сержант Сомов, по вашему приказанию... Вот что, Сомов, боевое задание. После ужина со своим отделением поступаешь в распоряжение Василины Петровны. Вы не знакомы? Сомов. Нет, мы знакомы. Ну, совсем хорошо. Вот что, возьмешь на складе толовые шашки... Есть, разрешите идти? Да погоди, может быть, у Василины Петровны есть вопросы? Нет. Ну тогда идите. Есть. Видели? Удивляюсь я, откуда столько парней и девушек, которые не знают, что такое любовь? А с чего вы это взяли? Ну а как же? Ну разве может любящий человек пойти в девичью пустошь к развалинам? А почему нет? Что, вы не знаете, что там делается? Не знаю. Расскажите. Слушайте. Началась эта история более 200 лет тому назад, а до сих пор конца не имеет. Дело в том, что на девичьей пустоши когда-то стоял вековечный лес. А на месте развалин стоял замок графа Бухгайма Лютого. Была у графа красавица дочь Мариарита. А жил в этих местах молодой Бакараш, красавец Пенчо. И случилось так, что повстречались Мариарита и Пенчо. Как увидел Пенчо Мариариту, так и влюбился Пенчо в Мариариту. А как увидела Мариарита Пенчо, так и влюбилась Мариарита в Пенчо. Стали они каждую ночь встречаться. И вот в одну страшную темную ночь вышел старый граф на крылечко и видит, стоят Мариарита и Пенчо и целуются. Увидел граф такое дело, и закипело в нем сердце. И закричал он своим громовым голосом, собрал всех своих гайдуков. Кого? Гайдуков! И говорит, закурить есть? Есть? Есть закурить у кого-нибудь? Дайте, ребят. Мерси. И говорит, схватить в полон этого Пенчо. Слуги схватили Пенчо и доставили до графа. А Мариарита? Что? Мариарита. Утопилась. Ужасно, ужасно. Схватил граф Пенчо и велел зарыть его живого в землю. Живого? Живого. Господи, страх какой. Ну, много веков прошло с тех пор. Вековечный лес гнил, замок, естественно, развалился. Мы видели. Да. А Пенчо, зарытый в землю, до сих пор не умер. Живой? Да.
И до сих пор он лежит живой в земле. Но каждую ночь он выходит из земли, ходит вокруг замка и ищет, ищет. Спичек нет ни у кого. А что он ищет? Как что? Души молодые. Как только попадется в тех местах девушка, которая любит парня какого-нибудь, или парень, который любит девушку какую-нибудь, так бросается на эту девушку или на этого парня несчастный Пенчо, высасывает всю кровь до последней капли, а потом ложится в свою домовину. Много влюбленных загубил Пенчо. А вы идите, идите. Потому что раз вы собрались туда, значит, среди вас ни одного нет, который любит. А если есть хоть один влюбленный, тогда не досчитаетесь вы сегодня до чистой, невинной души. Микола, вон они развалины. Ты боишься? Я-то не боюсь. Я только боюсь, что ты боишься. Микола, может, ты потому не боишься, что разлюбил меня? Вот чего я боюсь. Не бойся, Олеся. По правде сказать, я тоже боюсь. Микола, я так рада, что ты боишься. Потому что я, Микола, очень боюсь. Вот вы думаете, все эти парни и девушки сейчас спокойны? А вы что, не боитесь Пенчо? Я. Ну как же он пьет кровь у влюбленных? А разве вам грозит это? Я вспоминаю, Василина, как вы меня в плен взяли, и мне кажется, что все это время я нахожусь в плену. Даже уезжать не хочется. А вы что, уезжаете? Идут. Да постой ты, не сюда идут. Слушай, ты ж привидение. Да они сами должны тебя бояться. Дай мне закурить. Нету у меня, кончил табак. Иди, найди. Ладно, первый раз вижу, что привидение курило. Василиночка, ты Петра не видела? А ты что, боишься? Да ну. Чепуха какая. А я, если бы сейчас тут был этот Пенчо, если бы он сейчас тут был, то он, наверное, бы из меня всю кровь высосал. До капельки. Василиночка! Неужели? Откуда начнем, товарищ сержант? Здесь уже готовые ямы. Это кто же копал? А кто его знает? Ну ладно, давайте отсюда начинать. Заготовьте шурфы, потом пойдете в оцепление. И чтобы ни одного живого человека не было в районе взрыва. Есть! Пенчо! Мина! В укрытие! А может, это Пенчо? Ты не ошибся? Сапер ошибается. Только раз. Да не беспокойтесь, пора, Синиконор. Да вы ее сейчас найдете. Она здесь, здесь. Я сам видел, когда стемнело, выпрыгнула из окошка. Я ее так запру, она у меня света божьего не взвидит. Ой! Ой! Только вы, пора, Синиконорна, в хлопотах-то себя не забывайте. Господи, да о чем вы? А все о том же, Парас Никаноровна. Вот вы и не верите, а кто бы другой пошел бы с вами в такую ночь. Да не боюсь я ничего, и вам бояться тоже нечего. Атанас, наконец-то. Ладно, пропади ты пропадом, ворона проклятая. Михась, не уходи. Микола, 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 не ходи. Микола. Петро, где же ты? Петро! Где оно, привидение? А ну-ка посмотрим. Алексей Николаевич, давайте выкурим этого кровососа. Заложим шашечку и как трахнем. Стойте! Вы что делаете? Привидение выкурил, дядя Атанас. Оно живое! Привидение! А привидение-то?
не человек, что ли? Граждане, ребята, как договорились, прошу всех удалиться. Кто влюбленные подальше, ну а кто посмелее, не ближе 200 метров. Не делайте этого. Атанас Григорьевич, не беспокойтесь, мы же не тут будем рвать. Все готово? Готово, товарищ сержант. Давайте в оцепление. Это что за наваждение? Пинчо! Привидение! Ой, не живой он! Не живой он! Нет, живой! Живой! Это я! Я! Не надо меня убивать! Я хотел пошутить! Хорошие шутки. Кто вы такой? А? Так это ж Борецкий! Борецкий! Ну да, это я! Пошутить? Нельзя! Богдан! Акции немецкого имперского банка, румынского королевского, купчие, закладные, опять купчие, и еще закладные, векселя. Да, миллионы только бывшие. Бывшие? Бывшие! А где? Где? Здесь должно быть золото. Где? Где мое золото? Мои миллионы! Где? Обманул. Обманул граф. Кого? Кого? Мошенник, грабитель, эксплуататор. Что? Эксплуататор. Запишем. Все запишем. Господи. Нету? Книжицы нету. Что ж теперь будет? Ведь там такое записано, что простому смертному сдать не положено. Скоро уже осень. Не скоро. Катя не отпустит. Отпустит, я сам читал приказ.
Жди. Жду. Почему-то, почему-то иногда сердце ждет большого счастья, а ему грозит беда. Почему-то так бывает, что туман скрывает даль, а любовь с тобой приносит вместо радости печаль. И нередко убеждаться вам приходится, что гора с горою никогда не сходится, что вода порой не льется, свет не светится. А любимому с любимой трудно встретиться. Трудно встретиться. Но горе, горе забывается, печаль тоска скрывается, и жизнь забывается. Хорошо, нечего сказать. Не бойся, Олеся. Ну, что ты в нем нашла, а? Что ты вцепилась в него, как клещами? В кого только ты такая уродилась, а? Не знаю, мам. Не знаю, мама. Я знаю. В меня ты уродилась, вот в кого. А он тоже хорош. Ну и что ж такого, что я против? А может быть, у меня характер такой, что я всегда против. Так что ж вы теперь до скончания века ждать будете? А мы не ждем. Мы маму не ждем. Он жених мой. Это как жених? Как это вы не ждете? Ой, откуда только у нее такой характер? От вас, мам. Ну, коли так, иди. Куда, мам? Ну, куда-куда? Ко мне иди, я тебя поцелую. Иди. Ну? Иди. Господи. Ой, мам. Мама, идите, идите оба, чтобы мои глаза вас здесь больше не видели. Пошли. Вся в меня. Вот так как вот, вот цепится, так как клещами. Нет, надо бежать отсюда. Куда? Здесь не место таким, как мы. Куда? Куда бежать? Куда глаза глядят? Везде и всюду то же самое. За границу бежать. За границу. Там то же самое. Надо дальше за границу, через океан. Вы политически безграмотный, пан Шик. Пройдет время, и везде будет то же самое. Ну, когда еще будет? Нет, надо бежать. Ну как вы, пан Сусик? Ну а что еще остается порядочному человеку? Прошу вас. И... Эй, народ! Послушайте, кто вы такие? А? Б? В? Василина. Особенно опасно с двухстволкой 12-го калибра. Норовит прибрать к рукам графские угодья и советского сержанта. Василина! Слыхала? А? Так. Ка-ле-мы-не-о. Олеська,
путается с чужими женихами. Вот что новая власть делает. Параська-то ее лупит. Но мало. Эй, где взял? Где? Нашел! С помощью миноискателя! Петр! Рехнулся на минах. Другой бы на месте давно подорвался бы. А этого ни одна мина не берет. Везет же дурак. РС. Сусик. Прибыл с того свет на этот. Вот дурак. А Параски сказал, ну на что мне с моими миллионами эта залежалая тыква нужна? Так кто же это пишет-то, а? Филимончик! Где они? Где же эти стервицы? Да вон они! Куда они? Thank you.
Господи, благословите! Ласточка! Ой, ласточка! Ласточка!